Анонс и точнота выхода 752 серии сериала «Доверенные». 752 серия сериала выйдет в эфир 2 сентября. Ранее в сериале мы увидели, как Пайрас очень зол. Мужчина устраивает настоящий погром в мастерской. Когда Нана видит это, она не знает, как правильно поступить. Девушка немного напугана, но надеется, что получится решить эту проблему. Дома, когда Нана заходит в комнату, Пайрас в гневе бросает телефон в стену. Мужчина садится на диван и закрывает голову руками. Нана садится рядом с ним. Она говорит, что теперь ему не нужно справляться совсем в одиночку. Она будет рядом с ним и поможет им. Когда они разговаривают в коридоре, Нана шутит о том, что она самая большая опасность в этом доме. Пайрас немного успокаивается рядом с ней. Перед тем, как оставить Нану, Пайрас целует ее в щеку. Нана не может пошевелиться от шока. 752 серия сериала выйдет в эфир 2 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.